Всем привет! Меня зовут Алексей Титов, я основатель школы аэродизайна Balloon School. Сегодня я хочу протестировать наш новый продукт – полимерный клей FreeFly. Этот клей предназначен для увеличения времени полета воздушных шаров. Обрабатываем старт FreeFly. Начинение достаточно густой. Засыпаем в него конфетти. Надули 12-дюймовый шар. Разводов не видно. Идеально прозрачный. Основным преимуществом данного продукта является его цена. Он на порядок дешевле аналогов и ничем не хуже по качеству. Три дня назад мы обработали 12-дюймовые шары FreeFly, надули и гелием. Посмотрите, в каком замечательном состоянии они сейчас находятся. И это спустя 3 дня. Друзья, рекомендую вам этот продукт, потому что он проверен лично мной. Audio Jungle.